А вот жданка носом водит. Да, жданочка? Да, моя пугливая. Ты моя хорошая девочка. Говорит, нюхает, говорит, съедобное ничего нет. Все, говорит, все беда. Не бойся, моя сладкая, не бойся. Вот это после проживания 10 собак в квартире. Собака даже не знает, как с людьми общаться. Представляете, где 40 там сидит или 30 в одной. С ней никогда не гуляли. Жданка, Жданочка, девочка, ты моя сладкая. Она только-только перестала, извините, гадить в помещении. Стали гулять с ней. Вот. Сообразила, что надо на улице все это делать. Хорошая моя, хорошая, не бойся. Чего? Не дал, говорит, ничего, иди отсюда.